Такс. Кроссы на ногах, шмотки на теле, наклеечками затарился, чтобы на сходке бабла заработать, так сказать, во благо контента. Аппаратуру взял. Ну что, перемещаемся в гараж. Надеюсь, сегодня будет весело. Колокольчик включайте, иначе весело не будет. Сейчас вы послушаете рев моего мустанга. Can you speak English? All right. Ну что, ребят, и секунды не прошло, я уже в гараже, кстати, 25-ка у нас по-прежнему еще пока что разобрана, но скоро она будет на ходу. Кстати, напишите в комментариях, что по ней вообще можно снять. Ладно, шучу, есть идеи, но вы все равно своих накидайте, может быть, что-то вам в голову тоже грамотное, крутое придет. Волшебная сумочка для создания контента и с наклеечками уже в багажнике. Кстати, блин, все место занимает в багажнике, но это жесть. Что по поводу Дио? Дио у нас сейчас без бенза стоит, сейчас надо будет на заправочку заехать. А, кстати, узнали? Ладно, поехали. Сейчас скажут, надевай маску на шлем, а я им скажу, сосите. Здрасте, вторая, 95-й на 2 литра по карте. Нам надо, короче, залить сюда где-то сейчас миллилитров, сколько? 60. Так, ну, короче, до 50 выливаем. Самое смешное, если сейчас у меня вот запись не идет каким-то чудом в камере, а я тут разговариваю сам с собой, люди в ахере. И все такое. Карбюратор чуть-чуть хуево работает, потому что тепло стало. Сегодня плюс 20, гребаный ПВК. Главное, чтобы какой-нибудь урод дверь специально не открыл, иначе будет весело. Реально, бывают такие. Так они не подозревают, что я могу съебаться. Я не буду здесь, так сказать, аварии обсуждать вместе с ними. Бля, может ебануть немного? Машин сзади вроде нет. О, привет! 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 Че, один-то? А, ну, я снимаю. А вот. Дио, валит. Короче, пацаны, карбюратор в теплую погоду вообще херово работать стал. Надо перенастраивать его опять. Ужас какой-то. Гребаный ПВК. Ветер еще ужасно дует, вообще ужас. Короче, сейчас ждем толпу, и надо будет ехать в город наваливать. Ух! Херня, Дио не валит. Что сказал, повторите, да. Я говорю, Дио не валит. Вообще, какую-то чушь ляпнул конкретно, реально, слов нету. Вот, даже пацан, ты скажи, что он чушь сказал, да? Дио валит. Вот этот аппарат, вот то, что у него вот за камерой человек, он говорит, что валит, но на самом деле там не валит эта хуйня. Вот посмотрите на 160-очку. Да вот, ты вот это покажи. А вот это лютый аппарат на ней. Подожди, это этот человек. Обычно он едет на заднем, но сегодня он не в духе просто, ебать. Она развалилась, как всегда. Но скоро он покажет стрип-кил. А, это ужас какой-то. Как всегда, всякую дичь несут эти питбайкеры, не обращайте внимания. Ладно, не пытаюсь питбайкеров оскорбить, просто надо смириться. Просто мы сейчас бить тебя будем. Просто смириться. Сейчас просто мы дальше поедем наваливать. Я не знаю, поедут они наваливать или да нет. Да мы не догоним вашу Диву, пацаны. А, ну вот. Мы вот. Не догоним Диву, то поэтому нам придется остаться здесь. Так что, все. Брат Бивисовод теперь. Он нам наклейки продал по дисману, пацаны. Все, заебать. 30 рублей штука. Приезжайте на сходку, приобретайте. Покажи, вы еще наклеили. Да поснимай, блядь, они загоняться будут. Дай, снимай, блядь, дай, дай, пойдем, поснимай. Дай нахуй. Да я, блядь. Подъемы подвести! Подъемы! Давай!
М160-ка ебашит всех, продается за 60 косарей на данный момент, так что покупаем. Лучше вот что покупаем. Смотри, сейчас покажу. Да, наклейки не берем. Ладно, берем тоже наклейки. Да и что, блядь, они блядь, гонщики. Давайте еще раз. Изи, блядь. Еще раз давай. Изи уебал, пацанов. 250-ка хуй сосёт. А ты наклейку наклеил, да? Да, блядь. И ты всех обогнал, да? Покупайте. Че, наклейку будешь брать все-таки, нет? Ты против солнца? Это во благо контента пойдет. А, блядь, во благо. А буду, контента. Шлем буду перекрашивать, возьму. Можно, еще надо наклеить? Можно я похвастаюсь, да? Блядь, йо! Она у меня есть. Чтобы у тебя были. Благодарю. Деньги будут, будет счастье. Его офигенно. Шоколатроны, блядь, тут хуйню какую-то несут опять. Это ты на Ави, да, СМБ? Да. Легенда. Лучше мой мопед засунуть. Мопеду? Обзор сделаешь? Давай. Нет, пойдем. не сегодня. За сейчас пойдем. Не в настроении. За сколько ты его купил? Мало. Ты на литье не хочешь меняться, нахуй? Нет, почему? Просто чел не хочет мне литье отдать. Правильно делает. Что это? Это Дио. Почему? Потому чего Дио? На тебя интервью беру, типа, понял? Типичный сходочный формат. Поштовали. Ну давай делай обзор на лопец свой. Че ты думаешь? Сыр литье крутой. А это что такое? Это сходка твоя. Народ, вообще видели такое хоть раз, блядь? Просто. Она еще одна длиннее, другая короче. Я хочу тебя шлепнуть. Что? Я хочу тебя шлепнуть. По жопе? Нет. А что? Диу твой, блядь. Смешно. Да все, убирай свой шарман. Я хочу тебя жестко. Сезон начался.
цилиндр работает, походу. Как это я определил, и заводы, думаю, поймут. Из одной трубы дым идет, а с второй что-то не идет. Ой-ой-ой-ой. Кто посмел побеспокоить меня? Сегодня ты главный экспонат, понимаешь? Ну-ну. Пыль летит. Какая? Пыльная? Мокрая. А я в кадре был, когда я там на заднем ехал? Ну, может быть, посмотрим. Смотря сколько заплатишь, столько и будешь в кадре. Хуя чел. А зачем ты это снимаешь? Ну, чтоб удалить. Да. Я скажи же, я снимаю, чтоб удалить это все. Я всегда так делаю. Да. Ну, все. Порнохаб вот туда можно, в принципе, залить. Бля, смотри. Что у него не получается ничего. Надо один лоуты. Челик не ждет. Да, вот так собаки выбегают, и потом падаешь с мопеда. Просто жесть. Короче, у меня китайский ремень стоит, и суть какая этого ремня. Они когда нагреваются, эти китайские ремни, они мягкие становятся, капец. И у меня ощущение, что у меня сейчас ремень просто очень мягкий стал. Из-за этого мопед на старте как-то херово едет. Либо это просто карбюратор. Вот, в общем, надо ремень нормальный покупать, какую-нибудь Атену или, блин, топ-перформанс, я не знаю. Что-то в этом плане.
Блин, ну это реально опасные какие-то дороги. Опасные какие-то места. Туда, прямо. Чё? Ты же боишься грязи. Поехали объезжать, хули делать. Вон, объехать можно вроде. Блин, как же громко этот ПВК орёт. Господи, у меня уже уши на левое ухо уже просто. Вообще, не знаю. Ну, а вам на видео тоже, наверное, слышно это. Но это, блин, в реале, кто на ПВК катается, наверное, меня поймут. Вот реально. Куда мы заехали вообще, блядь? Это ужас. О, нормальная дорога, мы почти у цели. Ебать! На такое ощущение, что у меня коленвал, блин, загнуло. Что-то вибрации какие-то идут. Страшно ездить. Ну едь! Классно пацанам на низах, ё-моё. А я тут не могу выдернуть, потому что у меня верха. В основном. Ебать ужас, что с дорогами? Добрались мы до любимого Ашанчика. Паша! Я все, сейчас домой. Не знаю, либо это конец видоса, либо не конец. В общем, сейчас будет ясно. Кстати, он у нас на обкатке. Да, я вам много раз говорил, что обкатка нафиг не нужна, но я вам, если хотите, сниму отдельный видос, где я подробно расскажу, почему же все-таки она нужна и где она нужна. Она не нужна... Короче, она по сути как бы не нужна, но она и нужна. Вот, могу вам рассказать. Если хотите, сниму отдельный видос, напишите в комментариях по этому поводу. Снова мы на заправочке. Блин, раньше на 100 рублей заливал литра 4, а сейчас 2,20. Это просто какой-то ужас. Бенз дорожает. И, естественно, я с этого в великолепном диком шоке, так скажем. У нас 95-й стоит уже 45 рублей. Напишите, сколько у вас стоит в ваших регионах, городах. Интересно все-таки узнать. Меня это не остановит. Дико сдувает ветром, короче. О, шкалотроны уже стоят. Ждут. Че стоим, кого ждем? Да, ну все, подъедете тогда. Здорово! Здорово!
место, сейчас будем отражение смотреть. Сейчас, как обычно, подъеду, народу нету. Там экшенка, там, блядь, айфон 8. Делают за опоздание на 27 минут. Не я сходку собирал. Лофники рулят! Watch the good asse! Дай наклейку покажу, стой! На заднем умеешь, да? Да. Ты хочешь, что ты видосик будешь, понимаешь? Круто! Ставим лайки на. Что? Ставим лайки на. Бля, что тут у тебя написано? Отдел по борьбе с самокатиками. Ебать. Вот смотри, ему видишь, киты стоят, блядь. Давай! Сейчас ебанем. Ни хера, че мелкий херачит, блядь. Ну-ка еще раз, давай ногу выкидывай. Ногу выше. Уф, ёпта. Всем привет! Как дела? Как кушает бивисовод Данил Волков, я твоя фанатка. Блять, я это буду всегда говорить просто. Ты что делаешь? Здрасте. Говорите. Говори что-нибудь. Это интервью. Интервью это. Вот. Говори что-нибудь. Приятного аппетита. Нет. Редкие кадры. Всем привет, это вот перекус таксиста Чек. Вот тут глисты, вот значится, вот тут
А як? Ну як вкусно, да? Блоги вообще ебанутые. Ну что, друзья, время подвести итоги данного видеоролика. Если вам понравился данный видеоролик, то по традиции, конечно же, поддержите лайком. Также напишите ваш комментарий, что вы думаете по поводу всего этого. Также не забываем включать колокольчик. Ну и, конечно же, я напомню, что все ссылочки вы можете найти в описании под этим видео. Ну а на сегодня я с вами, так сказать, попрощаюсь. Ну, точнее, просто скажу пока. Увидимся уже скоро. Ну а пока что помните, все мопеды хороши, у каждого есть свои плюсы и у каждого есть свои минусы. Что покупать, это уже решать вам.